Уже четвертый год в регионе проходит акция Пенсионного фонда «Клиента. Ориентированный сервис». Она приурочена к Международному дню клиента, который отмечается 19 марта. В рамках мероприятия специалисты клиентской службы проводят для биробиджанцев мастер-классы по работе с электронными сервисами. Таким образом, клиенты ПФР смогут получить дистанционно более 60 услуг. В рамках акции специалисты Пенсионного фонда помогут жителям областного центра разобраться в тонкостях пенсионного законодательства и ответят на все интересующие вопросы. Кроме этого, для жителей отдельных микрорайонов города специалисты ПФР совместно с региональным отделением Союза пенсионеров России проведут выездные консультации. Всем посетителям специалисты фонда вручают буклеты по пенсионной тематике, а также памятные открытки и сувениры. Кроме того, 16 марта с 14 до 18 часов будет открыта специальная горячая линия по телефону 8-924-643-78-29. На вопросы, связанные с пенсионным и социальным обеспечением, ответит заместитель начальника управления организации работы клиентских служб ОПФР по Хабаровскому краю ИАО Ирина Березюк. Алена Шот, Сергей Байба, Новости 21.